очень растянуто. Флик. Просру, все просру. Минус 75, 5 попаданий. Здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. В одном из прошлых роликов ты писал: хочу посмотреть разрешение 1080 на 1080. Серега его проверил. Скажу так, оно просто пушечное. В этом видео ты все увидишь и посмотришь, как я катал и как я разрывал. Ну все, с тебя лайкусик, подписчика, колокольчик. Давай уже начнем, а? Пользовательское разрешение добавлено. Хочешь узнать, как подробно это включать и как это делать? В описании оставлю ссылочку. Там все я показал. А теперь полетели в контру разрывать на этом разрешении. Очень растянуто. Хорошо. А как это было вообще сейчас? Опять попал в голову, не убил. 0-4 летим, просто нереально. Я взял авик, я не знаю, как я на этом разрешении буду играть с авиком. Я пух! Клик. Что творит Серега? Серега просто царь! Я чувствую, что просто если я хорошо занимаю мид, все, на граунд наш. Если мы, я мид не успеваю занимать, это все, это кабелло. Это как бы прилетаем, что, ну, сорян, быч. Так, один есть. Я просто не чувствую модельку. Биг Ди, гайз. Просру, все просру. Сюда минус. Кнайф, 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 кнайф. Нет. Нормально, все, пацаны, мы сыгрались. Уже все на хорошей ноте, парни друг друга понимают. Хочешь менять прицелы прямо в армии катки? Используй мой конфиг. Ссылочка найдешь в описании. Райт, райт, райт. Когда, а когда он сгорит-то? Ну, наконец-то сгорел. Мне джангл. Джангл, джангл. I love you guys. Goodbye. GG. Если бы тогда я не сделал тот просто великолепнейший клатч, я думаю, все было по-другому. Но они поверили в меня, я поверил в них, и мы сделали это дело. Есть первая игра, есть это разрешение, просто красиво. Ну что, пацаны, вторая каточка. Такой раунд отдать. Ну что, авик в руки. Серега в деле, авик на пределе. Биг Дик, пацаны, поехали. Найс, бро, найс. Будем играть, значит, Солянова. Я не буду на них ругаться, не буду ничего абсолютно плохого делать, говорить. Просто и буду играть люркером. Ну, минус 75, 5 попаданий. Какого хрена? Пацаном растащили на двоих. А пацаны у нас на миду стоят. Найс! У нас один ливнул, один крутится. Что за клоунада такая, я понять не могу. Hello. Пытался, пацаны, пытался как-то неожиданно из врага выйти, забрал одного, там до этого еще одного. Мало, этого мало, чтобы тащить раунды. Но вот этот авик, Биг Дик, покажет сейчас, что такое разрыватель пуканов. Вот это поворот! Да... Да что с... Ну, конечно, оранжевый. Раз. Давай голову сюда. 16 раунд. Давайте понаблюдаем за, так скажем, за животным миром, существующим в Counter-Strike. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Николай Дроздов. Теперь погнали в напарники и уже посмотрим, на что готово это разрешение. Это нечитаемо, пацаны. Наказаны просто. Ой, зажим. Какой у меня глупый был зажим. I go short, you go long, I go short. What the fuck? Ну я же в голову попадаю. Ну как это так? Close, close. Good job. Сейчас они могут психануть и выскочить быстро.
Arms clear. Garbage или как он там? Оу! Как это называется по-русски? Сад? Габерьярд какой-то? Как эта хрень называется? Гарбьярд? Уничтожен раз? Уничтожен два! Сюда! Тиммейт сначала не понял, что хотели мы сделать за атаку, но за защиту мы с ним отыграли великолепно. Ребят, спасибо огромное за просмотр. Я считаю, что это действительно расширение самое топовое, которое я только видел. Ну что, с вашего позволения, я с этим закончу. С тобой был Серега, Сайбербанана. Я рад, что ты со мной, и я хочу попросить тебя одно. Поставить лайк, подписаться и посмотреть вот это годное видео. Давай, пока-пока, а ты туда.